на самом деле была очень интересная, и я думаю, что и зрители получили удовольствие от нашей игры. Ребята с большой отдачей играли, и, к сожалению, мы не смогли забить, но моменты были. Вот. Поэтому я еще раз говорю, к сожалению, не смогли забить. Все. А так, все хорошо, все удовольствие. Пару матчей провел уже Михаил Глухов, как вы его оцените, и, в общем-то, какие задачи вы брали, почему именно этого хоккеиста? Ну, пока я думаю, что он еще не в полной форме, у него была серьезная травма, долгое время он не работал, не тренировался, не играл, поэтому ему, конечно, тяжеловато. Я думаю, что он будет играть лучше, вот. Поэтому я считаю, что игрок, который мы взяли, должен определить. Можно вопрос к вам. Прошло полсезона, у Кирилла Петрова один гол. Вы довольны вообще? Вы играли в этом сезоне? Может, жить больше? Вопрос к нему. Владимир, Денис сегодня допустил игру. Какая-то травма или все-таки просто ротация состава? Кто? Денис. У нас очередность. Мы дали возможность отдохнуть. Мы меняем. Как вообще в целом оцените вот, третий матч домашних? Получается, команда выиграла 2. Сегодня поражение. Что скажете в целом по этой маленькой серии? Домашний. Ну, я считаю, команда играет хорошо. И, может быть, не всегда все получается, как мы хотим, но, во всяком случае, в целом, я думаю, это неплохой оценка для команды.